приветствую вас в игрушке под названием «Пятница 13-я». Мы уже делали по ней обзор, но я показывал тогда только маньяка. Сейчас я покажу выжившего. Графика у нас на максималках. Виктима Бетта. Погнали. Вот наш персонаж. Управление в игре сырое, и сама игра очень сырая. Ты что, материшься? You like that, asshole? Fuck you! Fuck you! Чувак. You like that, asshole? Чё орёшь? Why won't you fucking die? Oh. You want some more? Наш герой матершинник. Неудивительно, что его постоянно хочет убить маньяк. Why won't you fucking die? Игра за выжившего вообще никакущая. Маньяк здесь, скорее всего, не появится. Я уже его искал, бегал. Чувак, ты орешь так, что тебя, по идее, должны были услышать. Очень жаль, что маньяк за тобой не пришел. Но так как я показывал геймплей маньяка, а геймплей выжившего показал уже сейчас, то небольшая подборочка убийств от маньяка Джейсона. Итак, друзья, это у нас вариант игры за Джейсона. Так, давай, накажи его. Посадили на вилы. Все, чувачок, сдулся ты. Но это на самом деле выглядит не так красочно, как... Get up, Jason. Get up, Jason. Find them. Find them. Kill them. Kill them. Так, а куда он побежал? Ох уж этот выживший. Далеко не уходи. Да не уходи далеко. Ох, как он хрустит. Выглядит, конечно, зрелищно. Для телефонной игры вполне зрелищно, но, блин, так сыро, что хочется плакать. Давай еще один вариант убийства проверим. Ну, это уже было. Это уже было. Сейчас мы посмотрим. Он когда сзади подходит, там другая картинка. Вот оно. Самое эпичное убийство. Ой, чувачок, а вот нефиг было ругаться матом. Так, он еще где-то один там побежал, я видел. Игра очень темная, прям хоть глаз выколи. Get up, Jason. Find them. Get up, Jason. Find them. Kill him. Чувак, далеко не убегай. Хопа! Как-то все. Как-то так. Больше здесь выживших, по-моему, нет. Всего два бота пробежали мимо. А дальше просто пустота, тишина и ничего особенного. Давайте пробежимся подальше. Может быть, что-нибудь еще найдем. В общем-то, тут ловить больше и нечего. Кстати, там где-то гроза, да? Нет, показалось. Я думал, это молния где-то. Это просто хата стоит, никому не нужная. Ну и здесь, соответственно, никого мы не найдем. Есть новая версия, вторая бета. Но я ее не могу пока найти. Может быть, кто-то мне подскажет в комментариях, как ее можно найти. А это первая бета. И, конечно, выглядит она так себе. Вторая бета я видел на канале разработчика этой игры. Она выглядит гораздо зрелищнее. Там куча домов, куча выживших. Ходи, круши, кромсай, не хочу.
Друзья, надеюсь, что видео вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Всем пока!